Всех приветствую. Очеток пурпурный. Очень красивое ароматное растение. Вот с такими мясистыми, сочными стеблями и листиками. Поэтому он очень трудно сушится в электросушилках. При 40 градусах он у меня сох более 5 дней. Вот такие вот электросушилочки у меня. Две. Есть еще маленькая, импортная. Но она больше для ягодок у меня идет. Везде информация по сушке идет, что 50-60 градусов. Но 60 я, наверное, не хочу. Но так как при 40 это просто неделю сушить, попробую 50 градусов. Вторую партию посушить. Причем это надо еще резать. В резаном состоянии при 40 сохнет неделю. Хотите верьте, хотите нет, но это факт. Поэтому везде и указана информация 60 градусов, 50 градусов. Вот, в это я поверила. Растение не только красивое, но оно еще богато свойствами лечебными и полезными, и еще богатый у него состав. Богатый состав, богатые свойства. Является мощным биогенным стимулятором и по активности превышает свойства алоэ. Восстанавливает кровь, способствует восстановлению белков в крови, увеличивая их концентрацию в сыворотке крови. Устраняет нарушение белкового обмена, возникающие при кровопотере. Мощный антиоксидант. Антиоксиданты – это те, которые выводят свободные радикалы. А свободные радикалы, они разрушают клетки. То есть антиоксиданты не дают стареть и разрушаться клеткам. Так вот он выглядит красивенько. Очень радует глаз. Также он является мощным иммуномодулятором, повышает иммунитет, подавляет вирусную и бактериальную активность, используют при простуде, бронхите и при туберкулезе легких. Интересная информация для мужчин. Очеток повышает потенцию, укрепляет мужскую силу и продлевает половой акт. Это так, для общего сведения. Также очеток используют при лечении онкологии. Как вспомогательное лечение, очеток очень эффективен в лечении рака. Он не имеет токсических веществ, при этом превосходит свойства других трав. Уникальное растение, я так считаю. Также очеток хорошо помогает при женском бесплодии. Является кровоостанавливающим и уменьшающим обильность менструаций. Его также используют при фиброме матки, используют при внутренних кровотечениях, маточных, легочных и желудочном кровотечении. Препараты очетка нормализуют обменные процессы и усиливают восстановление тканей, регенерация по-другому. Ускоряет срастание костных тканей. Видимо, вот при переломах врачи назначают, при переломах костей, так как ускоряет срастание костной ткани. Такое интересное у него свойство. Используют при эпилепсии, нервных расстройствах и как мочегонное. Также общеукрепляющее, при заболеваниях почек используют, как глистогонное действие, седативное при климаксе. Снижает возбудимость центральной нервной системы, успокаивает при стрессе, способно повышать артериальное давление. Также стимулирует работу сердца. Используют при гепатите. Гепатит, окончание ит. Гепата – это печень, воспаление печени. Используют. Также хорошее противовоспалительное и болеутоляющее средство. Способно заживлять раны.
Противопоказаниями являются беременность, лактация, скачки давления артериального, гипертония. И с осторожностью применяют при гастрите. У очитка пурпурного очень богатый состав, обуславливающий его и лечебные свойства. В составе есть алкалоиды. Алкалоиды оказывают кровоостанавливающее, болеутоляющее действие, успокаивают нервную систему, снижают артериальное давление. В составе дубильные вещества. Они оказывают противовоспалительное, антимикробное, регенерирующее действие и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. Также в составе гликозиды. Они оказывают успокаивающее, мочегонное, антибактериальное, способствуют расширению сосудов и отхождению мокроты. В составе содержится витамин С. Он укрепляет иммунитет, выводит токсины, способствует усвоению железа, нормализует работу эндокринных желез. И кроветворение, также работу центральной нервной системы нормализует. Содержатся в очитке органические кислоты. Они нейтрализуют и выводят токсины, снижают уровень холестерина, улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Также способствуют усвоению железа, калия и магния. Улучшают состояние сосудов. Также репродуктивные функции, повышают иммунитет, стимулируют кроветворение, обменные процессы и выработку инсулина. Содержит золу. Зола оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее, замедляет свертывание крови и растворяет тромбы в сосудах. Вот такие вот у него вещества. И это еще не все. Также очиток пурпурный содержит флавоноиды, которые нормализуют работу сердца, кровяное давление, работу надпочечников, оказывают желчегонное действие. Также содержит сапонины. Они оказывают мочегонное, успокаивающее, регенерирующее, то есть восстанавливающее действие. Предупреждают образование склеротических бляшек, способствуют отхождению мокроты. Также очиток пурпурный содержит кумарины, которые оказывают угнетающее действие на опухолевые клетки. Я уже говорила, что его успешно используют в лечении онкологии. Кумарины. Слизи оказывают противовоспалительное и обволакивающее действие, тем самым способствуют отхождению мокроты. Сахара дают энергию. Воск. Практически у всех растений поверхность листиков всего растения покрывает воск. Также и на киприус калисном. У меня где-то есть видео там о ферментации. У меня там рассказано, что поверхность листиков содержит воск. Это все смешивается при ферментации. Получаются новые полезные вещества. В общем, отдельная тема. Можно посмотреть. У меня там все есть на моем канале. Итак, воск обладает бактерицидным вяжущим свойством. Способствует процессу регенерации. Регенерация – это восстановление. У него очень много в составе веществ полезных. Все перечислять, наверное, уже не стоит. Достаточно основных вот этих. Надеюсь, видео было очень полезным и интересным.
Если что-то хотите дополнить или сделать замечание, пишите, пожалуйста, в комментариях. Для развития канала это очень полезно. Критика тоже хорошо. Пишите, как улучшить видео, какие пожелания. Всегда отвечу на комментарии. Всем добра, любви, счастья. И до скорых встреч!